Человечество всегда хотело обуздать безграничную энергию Солнца и заставить ее работать себе на благо. Солнечные батареи — это уже вторая попытка после солнечных коллекторов, и пока что самая успешная. Мартин Грин — один из пионеров в области кремниевой фотовольтаики. Его научный вклад в эту область считается революционным. Более 30 лет работы привели к значительному повышению эффективности солнечных элементов. За исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотоэлектрической энергетики профессор Грин стал лауреатом премии «Глобальная энергия». When I first became interested in solar cells, the real impetus was to find a new source of energy because there was issues with oil. Когда я впервые заинтересовался солнечными батареями, реальный импульс заключался в том, чтобы найти тот источник, который бы обеспечивал способ генерации энергии в больших масштабах. Мартин Грин — изобретатель солнечной батареи с элементом PERC. Этот слой на задней части солнечного элемента помогает отражать свет, который проходит через солнечный элемент, обратно, внутрь слоев кремния, поэтому он может генерировать больше свободных электронов. Все это дает батареям PERC такой высокий КПД. Солнечные батареи довольно сложны, поэтому до Альберта Эйнштейна и некоторых других великих ученых начала 20 века было бы невозможно понять, как они работают. С физической точки зрения, работа солнечных батарей — это сложный процесс, однако они очень просты в использовании. Вы просто устанавливаете их на солнечный свет, и электричество создается между двумя терминалами, которые вы прикрепляете к ячейкам. Вместе со своей командой профессор Грин добился того, что их разработки стали коммерческим стандартом в области солнечных батарей. Эффективность была увеличена более чем на 50%, а стоимость снизилась в 10 раз. Солнечные панели удобны и доступны. По прогнозам, в ближайшее десятилетие только в одной Австралии элементы PERC позволят сэкономить около 750 миллионов долларов на производстве энергии. Мне также показалось, что это был особенно элегантный и потенциально недорогой способ генерации энергии, потому что панели просто стоят на солнце. Поэтому задача заключалась в том, чтобы сделать их эффективными и дешевыми. Мартин Грин всю свою жизнь посвятил разработкам солнечных элементов. Но его команда не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди еще много работы. Сейчас силы ученого направлены на повышение производительности батарей еще на 50% и на увеличение срока их работы более чем на 25 лет.